Просим вас остаться в пути исполнения государственного гимна Республики Беларусь. Всем привет и добро пожаловать в город Гомель. 4 номер Елизавета Чухольская, 9 Виктория Береснева, 10 номер Анастасия Агиевич, 11 Владислав Стопинчук, 13-я Валерия Серкевич, главный тренер Дюшполя СГУ Сергей Чепкий. Сборная Гомельской области, в воротах номер 25 Диана Колтович. Еще раз всех приветствую. И давайте смотреть футбол, как раз стартовый свисток. Вот сейчас Гомельская область пытается пойти вперед. Неплохо проходит Анна Реут. Может быть, даже опасно. Передача в штрафную площадь. Ну и здесь на выходе голкипер играет неплохо. Но, видим, голкипер Екатерина Молитвик решила мяч не фиксировать. Удар по воротам еще один. Ну, Екатерина Молитвик намечаться со стороны хозяев. Открывается Яна Тихонова. Мяч получает пятый номер Гомельской области. Тихонова, удар по воротам. Мяч фиксирует Екатерина Молитвик. Дерби у нас получается. Пускай, может быть, афиша не такая яркая, но, тем не менее, это дерби. А вот здесь кто же будет первым на мяче? И не выходит из ворот Колтович. Удар по воротам. 0-1. Дюшполя СГУ выходит вперед. Анастасия Агиевич открывает счет на 18-й минуте. Дюшполя СГУ выходит вперед 0-1. Хорошо, она выбежала на рандеву с Дианой Колтович. Колтович почему-то не вышла из ворот, и Анастасия Агиевич воспользовалась. Я этому очень рад. Возможно, как-то и Гомель пойдет сейчас отвечать. Удар по воротам, и Екатерина Молитвик мяч фиксирует. А мяч не уйдет, возможно, за пределы поля. Тихонова делает спринт, передача в штрафную. Ну и здесь Екатерина Молитвик. И Тихонова поняла, что можно неплохую атаку провести. Однако дальше прострела не получилось. До сегодняшнего матча, однако даже вот сразу показал ей желтую карточку за то, что прихватывала она Яну Тихонову. Подача в штрафную. Дойдет ли дело до удара? Удар по воротам дальний. Перекладина. Не было здесь забитого. Переименовали в Брестское Динамо. Удар Ксении Соливончик мимо ворот. Тихонова. Первая на мяче. Яна Тихонова пробрасывает себе на ход, но далековато от себя мяч отпустила. Пятый номер. Вот Неберова первая на перехвате. Неберова пытается обыграть Соливончик. Неберова может и пробить. Есть удар по воротам. Выше ворот пробивает. Полисгу штрафную у нас заработала. Будет ли удар? Нужно здесь пробивать, наверное. Удар, и здесь свисток. Там, по-моему, даже мяч в руку попал. Да, появился. У нас на поле. Фиксирует мяч Екатерина Молитве. Мяч перехватывает. Но здесь никого нет в этой зоне, куда отпасовала Мария Веренич. Мяч забрал Диана Кал. Передача в штрафную. И здесь голкипер должен играть на выходе. Голкипер как раз-таки на выходе сыграла не очень здорово. Таранова берет разбег. Удар по воротам 1-1. 1-1. Гомельская область на 46-й минуте. 45-й плюс 1-й компенсированной минуте отыгрывается в счете 1-1 Карина Таранова. Хороший первый тайм. Я думаю, во втором тайме будет только интереснее. Видим, даже Дианова сделала цифру на табло 1-1. Больше взять и ворот мы не видели. Рассчитывал на 3 очка в этом матче. Но пока получается, что один мяч зарабатывает команда Эдуарда Деменковца в режиме лайв. Таранова пас. Нужно пробивать. Неберова бьет. Блокирует этот удар игроки Дюшполя СГУ. Снова Неберова пас. Таранова удар. Рядом со стойкой мяч пролетает. Смотрим за угловым. Есть подача. Удара пока нет. Но вот здесь есть возможность еще раз навесить. Есть подача. Голкипер. Нужно мяч фиксировать. Завтра состоятся два матча. Сморгунь против Могилевского Днепра в 13:00. И 15:00. Удар по воротам тем временем. Молитвик мяч фиксирует. Чухольской нужно стать в стенку. Таранова. Это удар по воротам дальний. И прямо по позиции. Их передача на Таранову. Таранова возвращает мяч Яне Тихонова. Тихонова. Удар по воротам. Екатерина Молитвик. Таранова у мяча. Есть подача. И мяч уходит за пределы поля. Удар от Береснева. Пас вперед. Здесь можно пробивать. Очередной удар. Елизавета Хандога удар наносила. Играла за команду АБФФ Women U19. Более того, даже был на ее счету один забитый мяч. Ворота Брестского Динамо она отличилась. Береснева.
Ну и нужен удар. Почему бы капитану не пробить? Есть удар хороший. Рядом со стойкой мяч проходит. Павлова пытается пройти Самонову. Павлова мяч оставляет у себя. Передача на Кузьминцову. Кузьминцова дальше. Таранова. Можно пробить. Хороший удар. Хороший сейф от голкипера. Не настолько опасный, чтобы, наверное, рассчитывать на забитый мяч. Хотя вот удар Карины Тарановой буквально минуты две назад был очень опасный. Здесь поаккуратнее нужно играть. Диане Колтович. Дюшполис-ГУ 1-1. Ничья 1-1 матч Гомельской области и Дюшполис-ГУ. С вами был Алексей Куныш. Берегите себя. Всего вам доброго. И до новых встреч на женском футболе. Пока.